Здравствуй, робот. Сегодня я тебе расскажу, как я с папой делал радиоприемник. Сначала папа мне принес длинную палку, отпилил от нее маленький кусочек. Ну, не маленький, средний кусочек. Потом на нее приклеил картошку. Потом намотал катушку, приклеил ее к деревяшке и проводами подключил к конденсатору. Конденсатор к наушнику и диоду. Потом я закрутил какую-то маленькую-маленькую ручку, и поднес наушник к уху и услышал какой-то сигнал. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Пока, робот. Вот я тебе все это рассказал, как я сделал радиоприемник и узнал какие-то сигналы.